Вы смотрите видео об отеле Вилладжио Терраффа. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Вилладжио Терраффа расположен в стране Италия в регионе Калабрия и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Территория гостиницы занимает 3300 квадратных метров. На территории отеля имеется амфитеатр, доктор платно, парикмахерская платно, прачечная платно, TV-рум, салон красоты платно, магазины платно, не предоставляются или отсутствуют, кинотеатр, обмен валюты, банкомат, нет. Комментарии, открытый бассейн отеля Вилладжио Роула Клаб селом пресной водой площадью 300 квадратных метров. Работает с 9 утра до часа дня и с 4 дня до 8 вечера. Парковка. Услуги доктора и парикмахера по запросу. Wi-Fi на ресепшн круглосуточно. Отель принимает кредитные карты Visa, MasterCard. Не предоставляются или отсутствуют конференц-зал. В номерах есть. Количество номеров – 27. Размещение с животными – нет. Номера для людей с ограниченными возможностями – нет. Номерной фонд отеля состоит из стандарт-рум. Площадь 16 квадратных метров. Максимум гостей 4. Центральный кондиционер. Фен бесплатно. Телевизор. Сейф бесплатно. Телефон платно. Душ. Не предоставляются или отсутствуют кабельный интернет. Мини-бар. Ванна. Уборка в номере. Один раз в день. Смена белья. Один раз в неделю. Покрытие пола. Плитка. Расположение номера. Бунгало. Вид из номера. На сад, на море, на территорию. Номера Лилия, 16 квадратных метров. С одного двуспальной кроватью, номера Глиссина, 29 квадратных метров, и Феордалиса, 32 квадратных метра. С одного двуспальной и один односпальной кроватью. В каждом номере, ванные принадлежности, мыло, шампунь, гель для душа, мини-холодильник, электронный сейф. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть. Wi-Fi бесплатно. Не предоставляются или отсутствуют интернет-уголок. Дискотека бесплатно. Дневные развлекательные программы есть, games. Вечерние программы, дискотека и вечерние программы в отеле Вилладжио Роула Клаб, напитки платно. Комментарии, анимация проводится на итальянском языке. В команде аниматоров 2 человека. Открытый бассейн. Не предоставляются или отсутствуют подогреваемый бассейн, крытый бассейн, водные горки. Массаж платно. Не предоставляются или отсутствуют джакузи, парная, сауна. Баскетбол бесплатно. Аренда велосипедов платно. Мини-футбол бесплатно. Виндсерфинг платно. Тренажерный зал бесплатно. Теннис бесплатно. Настольный теннис бесплатно. Пляжный волейбол бесплатно. Водные виды спорта платно. Не предоставляются или отсутствуют бильярд, боулинг, дайвинг, футбол, гольф, мини-гольф, волейбол. Комментарии: водные виды спорта, каноэ, катание на банане платно. В отеле Вилладжио Роула Клаб бесплатно спортивный зал, стол для настольного тенниса, площадки для баскетбола, мини-футбола, пляжного волейбола, аэробика. Два теннисных корта с искусственным покрытием, оборудования нет. Освещение, уроки платно. Аренда автомобиля платно. Полотенце платно. Шезлонги бесплатно. Зонтики бесплатно. Не предоставляются или отсутствуют автобус на пляж, матрасы. Пирс, понтон, нет. Территория пляжа – собственная часть общественного песчано-галечного пляжа. Длина 10 метров. Вход в море – песок и галька. Комментарии: между отелем и пляжем пешеходная дорога. Год постройки гостиницы – 1966. Год, когда был сделан последний ремонт – 2002. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.